Специалисты химической отрасли производят огромный перечень необходимой людям продукции, но фармацевтика определена в числе самых важных направлений. Ведь медицинские препараты спасают человеческие жизни и помогают сохранить здоровье. Для сотрудников саранского завода «Биохимик» последнее воскресенье мая – профессиональный праздник. В его преддверии особо отличившихся решили наградить на торжественном собрании. Я горжусь своим заводом, горжусь своим руководителем Земсковым Дмитрием Николаевичем за то, что делается на нашем заводе, что наш завод смело шагает вперед. Поздравляю всех своих коллег с Днем химика. Желаю всем счастья и процветания. Отдельные слова благодарности сотрудникам завода были сказаны за их усердный труд во время пандемии. Напомним, тогда «Биохимик» задействовал все свои мощности, в разы увеличив объемы производства. Некоторые линейки были экстренно перепрофилированы, чтобы была возможность в кратчайшие сроки покрыть дефицит препаратов, необходимых в борьбе с COVID-19. Все-таки фармацевтика – это та отрасль, которую на себе ощущает практически каждый человек от рождения через всю свою жизнь. Поэтому сложно переоценить вклад фармацевтической отрасли в развитие не только Мордовии, но и всей нашей страны в целом. Престиж любого предприятия во многом зависит от профессионализма работающих на нем специалистов. Но главное, от этого зависит качество продукции, а в случае с «Биохимиком» – здоровье людей. С ответственной задачей справляются. Продукция завода получила мировое признание практически с начала его работы. Однако с каждым годом, благодаря упорному труду всего коллектива, им достигаются все новые высоты. Сегодня наш профессиональный праздник. Мы делаем для людей так, чтобы им было интересно работать. Создаем им комфортные условия, создаем социальные пакеты, заботимся об их образовании, здоровье. Вот. И стараемся, чтобы люди наши ходили на работу с удовольствием, чтобы им эта работа нравилась, они получали от нее удовольствие и приносили пользу и своему заводу, своей республике, своей стране. В завершении официальной части перед собравшимися выступила кавер-группа. Марина Василевская, Владимир Надькин, «Народные новости».